Гимнастикой я начал заниматься в 7 лет. Тренер пришел в школу, проводил набор, все. Передал записочку, я передал ее родителям, родители меня сюда завели. Все, меня посмотрели, сказали, все, будете заниматься. И вот уже на протяжении 13 лет график Олега Тесельского остается неизменным. Тренировки, соревнования, сборы. Признается, кровавые мозоли для гимнаста – дело привычное. Но ведь только через труд, а порой и боль можно добиться результата. Парень – мастер спорта Беларуси, двукратный чемпион страны, член национальной сборной. Следующий старт чемпионата Беларуси будет вот осенью. Приедут ребята из России, нужно показать хороший результат. Рядом на перекладине с космической скоростью свое тело раскручивает Артем Боки. Сценарии прихода в гимнастику у парней схожи. У последнего – опорный прыжок и любимый вид. По сложном списке – награды с национальных турниров. Цель мастера спорта – олимпийское золото. Это очень красиво, интересно. Ну, опасно, конечно, но, допустим, мне бегать скучно. Допустим, если легкая атлетика, бегать, ну и бегаешь. А тут сальто, там двойные сальто, коучи, винты, там турник, брусья, перекладина. Сейчас спортсмены только вышли из отпуска, начинается процесс восстановления и набора формы. Всегда рядом наставник, где-то подскажет, подстрахует, успокоит. Занимаются ребята под началом тренерского тандема Жанны Косиновой и Дмитрия Куприна. Секрет успеха их подопечных прост. Ежедневные монотонные тренировки и стопроцентная отдача своему делу. Мы сейчас и ориентируемся на мировой уровень, на тех гимнастов, которые, скажем, топ гимнасты, гимнасты первого класса. В данном случае вот ездили на озеро Круглое, поработали с россиянами, посмотрели, как они тренируются. В принципе, наша работа практически ничем не отличается от их работы. Ну, это советская система, старая. Вот она просто модернизируется, скажем, под новые сложности спортивной гимнастики. Вот. Наша задача – поднимать базу до уровня мировой базы, и поднимать исполнение и конкурировать. Спортивная гимнастика – олимпийский вид. Он включает в себя соревнования в вольных упражнениях, на снарядах и в опорных прыжках. Программы на коне, перекладине, брусьях, кольцах – это красота, которая завораживает. И одновременно большая опасность. Порой атлеты жертвуют собственным здоровьем ради самых высоких наград. Максим Кембель, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.